Выгорели дотла. Вечером 2 июня на территории загородного комплекса Ассамблеи рядом с селом Шумейка произошел крупный пожар. Загорелся один из жилых домов. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседнюю секцию и начал распространяться дальше. Через несколько минут после начала пожара горели уже 5 жилых объектов. Для тушения пламени был привлечен пожарный катер. На месте работали 63 огнеборца и 14 единиц спецтехники. В результате пожара выгорело более 700 квадратных метров элитного жилья. Причины происшествия выясняются. По словам очевидцев, возгорание началось в так называемом гостевом доме. Вот этот дом гостевой с моей стороны начал гореть, и причем все больше, больше, больше. Потом перешел туда пожар, соседний дом. Потом следом за другим и вот так-то до, по-моему, четвертого. И потом в итоге перешло вот сюда. И вот эти все дома в итоге тоже сгорели. Так как ветер. Слава богу, хоть не было духоты. Если была бы духота, вся Ассамблея бы сгорела. Было просто, слава богу, еще дождь.